В Ноябрьске введен карантин по бешенству. Такие меры приняты в связи с тем, что в городе впервые за всю его историю зарегистрирован случай бешенства у собаки. Хозяева держали пса во дворе, и он имел свободный доступ на улицу. Специалисты предупреждают, бешенство не поддается лечению. Заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Никогда это заболевание на территории города не регистрировалось, хотя территории Ямала были вспышки случаев бешенства у оленя, у песца, как бы у собак, но на территории города Ноябрьска впервые зарегистрирован случай бешенства домашней собаки. Значит, и в связи с этим убедительная просьба охотникам, кто собирается выезжать на охоту. Непривитые собаки должны быть в обязательном порядке привиты против бешенства. Вывоз животных за пределы города без вакцинации против бешенства запрещен, то есть ветеринарные свидетельства выдаваться не будут. Значит, жителям города обращаюсь для того, чтобы изолировали своих домашних питомцев, при выгуле ограничивали общение с бродячими животными, собак выводили в намордниках. В обязательном порядке привейте против бешенства. Это раз. В основном это особенно именно и сильно касается жителей поселка Буровик, Самостроя, УТГМ, УТДС, УТАЦ, УТЖС. То есть в этом районе и была вспышка бешенства. В обязательном порядке. Если на улице держите собаку, значит посадите на цепь, посадите в вольер, изолируйте. Можете сообщить нам, либо договориться, либо привести собаку сюда на вакцинацию. В любом случае мы будем делать и подворный обход. Местные власти настоятельно рекомендуют жителям города изолировать своих кошек и собак и приглашают на бесплатную прививку от бешенства. По всем вопросам необходимо обращаться в Ноябрьский центр ветеринарии по телефонам 42 82 10 и 42 82 27.